Всем большой-большой привет! Ну что, мы выезжаем в Краснодар, Бау-центр. Время 6 часов утра. По маршруту нам 280 километров. Это 3,5 часа, но это не учитывая пробки и какая будет скорость. Маршрут у нас будет состоять через Староминскую. Это мы ее будем объезжать, мы ее не увидим. Новоминская, а дальше Каневская, Брюховецка, Тимашевск. И там уже Новотитаровская и уже Краснодар. Слава богу, Бау-центр стоит в начале Краснодара, но на этом начале обычно бывают пробки. Думаю, постоим. Второй маршрут есть через Староминскую, через станицу Ленинградскую, Павловская. А дальше я там не помню, если что, можете посмотреть по карте. Но там уже выходит на, по-моему, Тихорецк, через Тихорецк выходит на платную трассу. И вот можно еще вот этим маршрутом поехать. Есть еще, конечно, и третий маршрут, но нам немножко несподручней, но, тем не менее, он тоже показывает. Вот три варианта нам навигатор давал. Это через станицу Есенскую, Новодеревянковскую, по-моему, и выезжать уже в сторону Новоминской. И ехать по тому же маршруту, то есть через Каневскую, Брюховецкую, то, ну, точно так же, как вот мы. Единственное, что напрямую нужно обходить город Ейск, вот, Старощербиновскую, Староминскую, вот это все можно будет объехать. Вот, подъезжаем мы к Краснодару. Немного задержались в пробке. В Новотитаровской была пробка из фур, им надо было сворачивать налево. Но, по-моему, там все время эта пробка есть. И немного на входе в Краснодар, это вот где в районе Бау-центра, там точно тоже все время пробки бывают. Вот немного постояли на Новотитаровской и в Краснодаре на въезде. Ну вот и все, мы приехали в Бау-центр. Кому интересно тоже прогуляться по Бау-центру, потому что мы тоже сами ни разу не были. Если вам интересно, то давайте гулять вместе. Смотри, для стен красиво. Для стен красиво. Вообще, да, Андрей? Это абракадабра теперь, не безвкусица. Боже мой, какая красота! А это что такая дешевая глянцевая? Так это не настенная, это как, ой, настенная вернее. Не находная. Да. На стену. Ну какие широкие. Как хочется каждое слово вырезать. Сто 99 700 рублей. Мы с тобой там за 600 рублей видели. Ну сейчас будем искать. Ну реально, не видно. Сейчас будем искать. Вот такой размер мы искали, да? Да. Ух, какие плиты. Как положил в тебя 4 штуки и все. Вот на стену. Да? 2600 квадратных метров. Угу. Нет, это самая половая. О боже, как красиво, красота. Боже мой, какая красота. Прям произведение искусства.
Там если как подвердик, что-то типа это, но на потемнее у нас немного двери. Недавно ленту смотрели, вроде она пошире была. 18. Да? А здесь 12,5. Она пошире, блин. Вот это дешевле, чем в Леруашке. 339 вот эта плитка. Дешевле. Да, 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 да. Дешевле, чем Леруа. Да. Дешевле, чем у нас. У нас 350. Да. Точно такая же, как мы брали первый раз. 339. А серая еще дешевле. 289. Вот так вот. Тоже больше квадратик. 449. Но это на улице. Вот тоже на улице. Вот этот цвет ничего. 449. Деревянный обычный дверь. Это с коробкой тут все, да? Да, деревянный дерево. 2199. А получше вон вверху 2890. Деревянная дверь. Получается полотно 2199, а вся целиково 3810. Да. А та 4,5. Ну как, красивая дверь. Под плитку можно, знаешь, подобрать. Да. Под ламинат. 5000. Такой же купили? Да, вот эту дверь купили. Ага. Тут 95. А это вот. Да. А, вот, это кстати, 95 вон. Нет, вот 95, вот 1000. 11, короче, 200. Да, а мы за 10 взяли. А мы за 10 взяли. Точно такая же, точно. Точно, 1 в 1. 1 в 1. Ну вот. Значит, у нас в Ейске можно найти подешевле. Вон китайскую уже 5000 стоит. А, вот это да. Картонная-то. Смотрите, как можно легко согнуть. Еще картонные. Ой, какой закуток. Зашел сюда. И все. И часа два. Штор кучился. Дверь сделать. Нет, не беспокоить. Брутальная кухня. В общем, плитку мы выбрали. Сейчас затирку выберем. По весу у нас выходит 500 с лишним килограмм. Хотели еще что-нибудь.
плитку на стены, но у нас повесу не подходит, дорого. Тяжело сильно. Поэтому придется только на пол пока вести. Затирку нам надо. Так, Манхэттен, да? Манхэттен еще. Три ведра, да? 400 рублей, да. Сейчас я затирка, что плитка? Манхэттен, 10 рублей. Вот такой цвет был. Серый. Получается, мы уже загрузили, у нас плитки на 500 килограмм и клея 200. На 200 килограмм. Это у нас уже груза тут на 700 килограмм. Ну, так нормально. Нормально повесу, да? Сейчас машину отгоним и еще хочем сходить посмотреть кое-чего для себя. Посмотреть ценники. Может, у нас еще есть свободные 100 килограмм. Догрузим. Андрюш, вот такие таблеточки надо. Вот и... 16 квадратных метров. Ну, как раз на комнату нам. Диодики. Угу. А что, не себе гореть, купить диодную ленту и все. Yeah. Конечно. Все равно надо выключателя, а нет. Вешать слово прикрутила, так потом. Я поняла, а это что? Подожди, а как мы к этому приклеим? Здесь за шурупы. Ванна надо какой-то. Ой, герметичный, чтобы непромокаемый. Диодные ленты. 159. 219. Ну давай, пластиковый лучше. Да, то перед серебряная металлическая, она у нас заржавеет быстро.
все предметы такие, все налет. Да, да, ржавый, сразу все это. Поэтому сразу же берем пластик, уже проверено. Ну что, для них надо теперь лампочки найти. Вот маме бы такие часы. Успокаивает, да? Угу. Ну, я не вижу цены здесь. Это, слушай, это новогодние тут уже все. Вот светильники, гирлянды. Соседи, гирляночки. Вот это вообще классные часы. А, тут еще другой камин. Угу. Лампочка просто. И классно как. Вот новогодняя тематика, да? А там большой. Камин? Да.